произошло Пуримское чудо для нашей общины. Если кто знает, вы понимаете, о чем я говорю. Если кто не знает, я вам сейчас скажу. Дело в том, что нашему фонду всего лишь 6 лет. Но тем не менее, мы успели зарекомендовать себя. Вы только что увидели, сейчас Борис Ака собирал деньги здесь. С этой инициативой мы выступили 6 лет тому назад. Для того, чтобы помогать нашим оставшимся людям в Узбекистане. Потом мы это передали уже в новую организацию. Но сегодня мы проводим мониторинг. И 2 года тому назад поднялся вопрос, чтобы вытащить нашего брата из тюрьмы. И в субботу, в преддверии шаббата, этого великого праведника Мошахая, Цвихай, Амихрей Моше, дядь Миша, Валера Алаев вышел из тюрьмы. Для нас это было чудо. Я не могу сейчас занимать ваше много времени. Есть много всяких разговоров в общине, но это было настоящее чудо. И я сегодня свидетельствую о том, что Борис Ака, как написано в нашей Торе, а в Торе написано следующее, что когда Авраам посылает взять невесту своему сыну, его слуга говорит, я попрошу у нее воды напиться, но если она скажет, я напою твоего верблюда, то это будет показание ее воспитания. Именно так произошло, когда руководитель нашей инициативной группы Рома подошел к Борису Ака и сказал, что, пожалуйста, вы могли бы оказать помощь. Вот такой-то человек сидит в тюрьме, ему необходима какая-то сумма, чтобы мы его поддержали. Борис Ака не только дал деньги, он не знает абсолютно Валеру. Но он сказал, что я займусь этим делом, у меня есть свои связи, и я это сделаю по возможности. Очень скромно. Это дело заняло очень много времени вперед. Это не сегодня, когда уже нет президента Каримова, и все говорят, а он вышел, потому что Каримова нет. Абсолютно нет. В то время, когда Борис Ака взялся за это дело, 90% нашей общины в это не верили. Но благодаря тому, что есть такие люди, инициативная группа, мы сами в это поверили, мы понадеялись на Бога. Вот мы собрали 2500 подписей нашей общины. Ходили по Ишхо. Кто из вас здесь сидит, может кто-то помнит. Мы собирали подписи, мы должны были собрать 10 тысяч подписей и обратиться к конгрессмену. Но Борис Ака немножко изменил курс этого движения. И вот вам, пожалуйста, наглядно. Добро!